Почувствуй себя фотомоделью и получи приз. Свободным прошел конкурс от Русского радио «Свободный» не на привычной FM-волне, а на главной городской площади в День молодежи. На организованной фотоплощадке все желающие могли сфотографироваться на фоне тематических баннеров. Главная задача – позировать по-особенному. И взрослые дети с удовольствием принимали участие в фотозабаве. Готовые снимки будут размещены в группе «Русское радио «Свободный». Победителем станет тот, чье фото наберет больше всего лайков в соцсети. Итоги будут подведены 11 июля. Подобные конкурсы для свободенцев от радиостанции «Русское радио» проводятся не впервые и всегда пользуются популярностью.